военным врачам считают так, и военные считают так. Поэтому я думаю, что... Регулярная терапия. Сатурация утром 93. Так, ну, чуть-чуть пониже спустись. Ножки, ступни, мне показать ступни. Ступни показать. Чтобы икроножные мышцы там не было трубок, нужно их периодически делать как насосы. Вот тело поплыли. Ну ладно, так. А глюкозу как часто контролируете? Мы, значит, вчера мы через 2 часа контролировали. Ходите, подержите час-два без инсулина, посмотрите. Прекращайте на 8,4 капать инсулин. Я, конечно, и капаю. А показания для доктора избавлены? Сейчас убрали.